здрасте. Игры на дне стакана гордо представляют Glass Bottom Games, чё. Всем привет. Здрасте. Это горячая жестяная крыша. Да, а это приветственное меню. Оно? Оно. Выбирай любой, не ошибешься. Yep. Какая прелесть. Да. Игра называется... Так, за тобой должок. Ага, мы тетенька. В смысле, мы женского пола. Что выберем? А нет, это нам тетенька звонила. Хе-хе-хе. Я инспектор Джонс. Могу ли я помочь? Так. Пом-пом-пом. Ossified Egg Penthouse Suite. И нужна наша помощь. Там кого-то убили. Ну что, кого-нибудь пришлем или сами придем, как только сможем? Ну ты молодец. Ну да. Ага. Ура, дело, говорит нам кот. Какой хороший кот. Угу. Так. Ну что? В общем, да, мы как и любой детектив, у нас нет денег, чтобы оплатить аренду и так далее. Угу. И мы ругаемся со своим котом, как и любой детектив. Квадратный. Угу. Угу. Так, собственно, немного об игре. Игра называется Hot Tin Roof, The Cat That Wore a Fedora. То есть кот, который носил Fedora. Видимо, это такая отсылка к пьесе Теннесси Вильямса под названием «Кошка на жестяной, на горячей жестяной крыше». Cat on a Hot Tin Roof 1955 года. Не уверен, что будет какие-то там сюжетные ходы пересекаться, но мало ли. Пушка нужна. Давай поищем пушку. Так вот. Ну да. Слушай, я пытаюсь прочитать немножечко. Вот. Угу. Ну, пушка, она не смертельная, да, то есть кота это не веселит. Он расстроен, что у нас пушка не убивает людей. А мы радуемся. Кот. Да, мы радуемся, что пушка не принадлежит ему. Так. О, стреляем с помощью правого курка. Так. А! Неожиданно. Прекрасно. У нас неограниченное число штук. Видимо, да. Монетки, наверное, я думаю, надо пошустрее брать. Видимо, ограниченное. Нет, нам нужно его перезарядить как-то. Достань. Там мелькала кнопка перезарядки, по-моему, B или как-то так, не? Отлично. И кот со мной. Почему у нас с тобой кот не такой умный? Так. Ага. Значит, смотри, правой шляпой, да, вниз, чтобы выгрузить. Правой, не левой. Угу. То есть левой мы перебираем каждый... да? Вот, и заряжаем вверх, правый. Киса замурлыкал. Также у нас еще могут быть разные типы патронов, но пока, видимо, вот только такие. Ага. Но их сможем потом переключать правой шляпой тоже, влево-вправо. А он мурлыкает, кстати, от него сердечки летят. Чудесно. Какая прелесть. Отлично.
Ну ты убийца ящиков просто. Ты обращай внимание на действие. Да, я только сейчас поняла. Чего ты хочешь, Джонс? Босс такой квадратный, что мы его не сразу даже заметили. Ой, точно. А как тебя на самом деле зовут, босс? Какова твоя работа? Отлично. А можно нам отпуск? Нужно поговорить насчет дела. Что такое? Мне нужна подсказка. Мне нужен ордер на обыск. Мне нужен ордер на арест. Господи, ты вообще туда добрался? Ты вообще хотя бы вышел из здания? Давай, вали отсюда. Ты такой ленивый начальник. Вали из моего офиса, Джонс. Ну ладно, пойдем, чё. Длина. Отказывается нам помогать, ведь мы еще даже не были на месте преступления. Я думаю, нам все-таки надо будет сгонять на место преступления. Лена. Ну, надо выйти из здания. Перезаряжай. Запомнил уже, да? Почему он каждый раз мурлыкает, когда я перезаряжаюсь? Котейке, кажется, это нравится. Ну, тяжела жизнь детектива, прикинь, да? Нужно высадить 8 пуль, чтобы выбраться из своего офиса. Ну, опять замурлыкал, вот скотина. Прелесть такая. Ой, кто это? А кто это? Погоди-ка, босс, мне нужно идти. Идти куда? Налево. В ванную. Опять, да? Да. Да, мы уже поняли, ты идешь в туалет или нет, Лиза? Или ты будешь с ним одно и то же повторять 10 раз? Туалет слева. Да я поняла, что слева. Ну так что ты 10 раз одно и то же делаешь? Отвернись. Отойди от кота. Он намекает, понимаешь? I need to save my state. Выписать save файл. А, и чтобы восстановить здоровье, нужно помыть руки. Дупляешь? Это как аркада. То есть, чтобы сохраниться, нам нужно воспользоваться туалетом. А чтобы восстановить здоровье, нам нужно воспользоваться раковиной. Понял? Окей. Отлично. Э? Тюряга? Пока еще никого не посадили. Жаль. В доме тюряга это. Конечно. Это не дом, это полицейский участок. Все, можно идти. Так. Поговорим с Эриком. Только не торопись. Отойдите. Тут какие-то забастовщики, это типа коммунисты местные. И там кошара такой на показе. Угу. Юзеп. Угу. Ну, кого-то его определили бороться с этими, с бунтовщиками. Кот ругается с ними, или это мы ругаемся, не могу понять. Это мы. Угу. Он с тебя смотрели. Да, что мы получили задание от этой старой тетки, которая звонила. Ага. Так. И какая прелестная игра. Отлично. Куда? Как видишь, он туда не торопится.
Так, а куда нам вообще надо? Вот сюда. Ossified Egg Apartments. Так. Давай поговорим с чуваком. Ага. Investigator. Частный детектив. Он нас, понимаешь, не уважает, скотина. Можно пописать на... Давай. Так, в частный клуб нас не пускают. Ты почти бесшумно хрустишь. Угу. Пошли наверх. Туда? Наверх. Да не, куда ты? Говорю, туда. Вот, сюда, не? Ну, Лиза, не тупи. Вот, ты смотри вот внимательно. Видишь, вверх мелькает, нет? Нет. Угу. Вот, пожалуйста, все. Да подожди, я просто не успеваю прочитать, что он разговаривает, о чем. А ты вообще не читаешь, так что извини. Я читаю. Я вижу. Ну? Ладно, выходи. Попробуем перепрыгнуть. Ну-ка. Еще один кошак какой-то сидит. Поговори с ним. Cool story. Да, достаточно, уже послушали. Так, что мы можем с этим сделать? Говнюком. А мы можем, я не знаю, достать револьвер и ему пригрозить тому придурку? Не этому, а тому. А второй элеватор вообще работает? Нет, то же самое. Давай поболтаем с ним. Так. Давай какой-нибудь второй или третий вариант. Второй вариант. Угу. Просто он грубиян, но надо было ему объяснить, зачем он тут. Ну. Ты всегда так приветствуешь незнакомых людей. Не торопись, пожалуйста. Так. Он не может найти завещание. The will. Ну, как бы игра слов, типа the will. Воля. Эдвард Бунт недавно умер и оставил некоторые предметы, но без его завещания я не могу как бы претендовать на них. Хочу, чтобы вы его нашли. Типа так, да? Вы не работаете на меня, но мой босс фактически... Босс моего босса фактически, да. Так что давайте не будем ходить вокруг да около и примемся за это. Найдите завещание, принесите его мне. Есть или нет? Роджер. А мы можем с этим поговорить. Приятно с вами познакомиться. Мне надо идти, Джонс. Не, останься, Фрэнки. Отличное время, чтобы представить нашего твоего друга Джонса, да? Она все знает обо мне, да? Слушай, мы все-таки тетенька или нет? Нет. Фрэнки, мы в порядке? В общем, какой-то неловкий момент. Так. Понятно, cool story. Темное прошлое Фрэнки. Мы раскрыли. Ладно, пойдем.
Погоди. Вернись-ка. Ну-ка, вниз. Ага. Добро пожаловать на вечеринку. Чё-то ты долго добирался. Так. Как ты добрался сюда впереди нас? Почему Майлз так ненавидит тебя? И что с... Bubble Rounds, не знаю. Угу. Какие-то пузыри непонятные. А, вот эти вот. Ну-ка. Давай-ка попробуем. Войди в это, в перезарядку. А, да, сейчас поговорить надо. Так, стреляй на скрытые всякие вещи. Так, нужно ориентироваться на искры или что-нибудь подобное. Угу. И они типа покажут секреты. Мыльные пузыри. Вот. Очищают всякую грязь и прочее. Ты просто хочешь, чтобы я стрелял пузыриками, да? Да, с пузыриками все веселее. Попробуй. Поменяй тип, ага. Выгрузи эти и заряди вот эти. Угу. Не обязательно же все. Скотина, ты опять замурлыкала. Можно же там некоторым тут. Так, это обычный, да? Это... Какая прелесть. Хорошо. О, попробуй на эту штучку. Ага. На огонь пальнуть. Будет что-нибудь. Ну, я не возмущен, в принципе, все окей. Так, давай сразу перезарядимся. Что угу? Ну, чё? Просто угу. Так это тоже стреляный. Четвертый, по-моему. Нет. Нет? Нет. А, ну ладно. Он так мило мурлыкает. О! О! Повернуть выключатель. Секретка. Тут тоже, вон, еще одна. Факел, видишь? Что-то мы далеко пальнули тут. А ты можешь поворачивать? Да, вот так вот. Это влияет вообще на что-то? Нет. Не, надо отойти чуть-чуть назад. Далековато пускает. Перезаряжай. Ты справишься. О, точно. Нет? Нет. Хм. Это просто факел. Думаешь? Да. Ну, он же что-то сделал. А, он загорелся. Ну-ка. Угу. Он просто загорелся. Угу. Нет, это неспроста все. Ладно, пошли дальше. Может быть, их надо 4 штуки зажечь где-то. Найти всякое. Вот, вот здесь. Точно. Так, давай еще искать. Как тебе графончик? Прикольно. Оп. Так, там уже были, нет? Да.
Можно наверх еще попробовать, там по лестнице, нет? Да? Давай сюда. Не. А, тут нужны были. Давай попробуем вернуться назад к этим чувакам, которые там стояли. И там подняться наверх. Возможно, вообще нет. По-моему, да. Сколько тут помещений одно. О, оно. Симулятор перезарядки револьвера. Был какой-то, кстати, какая-то инди-игрушка, в которой был симулятор пистолета, прям честный. То есть нужно было там все делать. Прям. Идем обратно. Не надо было заходить. Просто направо. Мне нравится их анимация, честно. Так. Похоже на некий секретный кабинет Эдварда Бернса. То есть, вероятнее всего, там и должно быть завещание, но... И наш вариант ответа. Либо это место разгромлено, либо я сомневаюсь, что он разбил окно. Ну да, думаю, что завещание было украдено, босс. И никто свое место, ну, свое жилище так не громит. Кого можешь учуять? Уверен, что это преступление. Да похоже, что все что угодно. Коты, крысы, все они были. Боксианцы — это, видимо, кстати, вот эти местные люди. Потому что они коробочные, как коробочки. Вот, похоже, что все здесь побывали. Так, ну, то есть, как бы, чистильщиков зато не было, и мы стоим прямо на месте преступления. Как они пробрались внутрь? Или думаешь, это кто-то из своих? Окно разбито внутрь. Так. Наверху гигантского здания, босс. Ты думаешь, мне следует нарисовать тебе картиночку? Ну, давай проверим. Или я понял, Фрэнки, окей, преступление. Ну, давай проверим. Расследуем. Снаружи внутрь разбито стекло, а не наоборот. Может быть, это Шелли? Или думаешь, это Батум? Ну, они, конечно, типа богатеи, но они вряд ли даже сами себе еду готовят, поэтому я сомневаюсь, что они забрались впереди, собственно, на фронт собственного здания и разбили окно. Хорошо, как кто-либо вообще сюда забрался. И мы тут что, этажей 40 наверху, да? Да, босс. Кто-то это... Никто этого без оборудования сделать не смог, но твоя... ну, что у меня, что у тебя, мысли особо нет, понятно. Может быть, мойщики стекол? Или строители? Давай-ка проверим. И там стройка, кстати, неподалеку. Напротив. Отличное место для того, чтобы проверить. Что, на эту стройку? Давай попробуем, там в окно прям нельзя прыгать. Нет, понятно. Да. А как прыгать? А, нет, понятно. Выходим. Да, на стройке как раз таки мы проходили стройку, помнишь? Угу, да. Ну, выходим. Куда это вы, по-вашему, собрались? Подышать воздухом.
Пока я не услышу, что вы хотя бы определили подозреваемого, вы никуда не уйдете, инспектор. Да ладно. А я не определил? Нам нужно еще обыскать сцену получше, найти зацепки. Может быть, выяснить, кто все это сделал. Ну, ты понимаешь. А я понятия не имею, как это сделать. Ну ладно, давай это сделаем. Детектив года. Не, нас не выпустят. Подальше от тебя. Так. Ну, как бы тут. Мы нашли свидетельство о том, что это мог быть кто угодно. Тан-тан-тан. Хватит тратить мое время. Инспектор, будьте более определенными. Ну, пойдем. Походим. Так. В следующий раз, просто когда тебя будут спрашивать, нажми-ка старт для начала. Давай посмотрим, что у нас вообще есть. Вот Heist Suspect, да, вот это вот есть. Ты вообще можешь там выбирать что-то? Так, выбери первый, да? Нажми А. Так. Ну, мы уже об этом поговорили. Так, он может нюхать, да? Так, ну, на этом... Ну, понятно. Это то, что мы говорили, да, что, вероятно, что какое-то оборудование использовать. Фрэнки. Так. Она клево мурлыкает. Ага. В левом ухе. Фрэнки никогда не говорила о своем детстве и вообще о чем бы то ни было до того, как я спас его из леса. Не знаю, кто он вообще на самом деле, но точно мой друг. Баттон, похоже, знает Фрэнки, и согласно Баттону, у Фрэнки темное прошлое. Баттон не доверяет Фрэнки и сказал мне тоже ему не доверять. Не хочу об этом говорить. Это что-то насчет... Тебе нужно раскрыться? Ну ладно. Хватит, я не хочу. Ну ладно. Пошли наверх, мы там еще не все обсмотрели. Не-не, здесь были. Окей. Так, понятно. Ничего интересного, да? А мы еще выше можем подняться? Не знаю. По-моему, нет. Ладно. Все, да? Вроде все. Давай тогда вниз вернемся, пойдем вправо. Или можно с этими поговорить еще раз, долбаями? Давай. Чего они скажут? Так, как ты сюда добрался, не добрался впереди нас? Почему Майлз так тебя ненавидит? И что с этими, ну, пузыристыми патронами? А, да, ну, шеф их прислал, говорит, что они полезны для того, чтобы раскрывать секреты, но я чувствую себя полным идиотом, когда ими стреляю. Неудивительно. Мне нравятся пузырьки, босс, ну, это мы уже увидели все. Так, а что второй говорит? Майлз, угу. Добрый вечер, Фрэнки, Джонс. Причем здороваются все сначала с котом, а потом с нами. Так, как ты добрался сюда впереди нас? Кто вас вызвал? И я вижу, что ты вновь работаешь с Сэм. И опять-таки про эти патроны. Ее спрашиваю, я вообще здесь быть не хочу и не с ней. Но такие уж времена, типа ничего не попишешь.
Понятно, толку от них никакого. Сразу вспоминается фильм, на котором мы ходили вчера. Позавчера. Славные парни? Да. Ну да. Ну что ж, про детективов. Использовать раковину? Хо-хо, восстановили здоровье. Дважды. А. Можем, кстати, и покакать, там не было раковины? Нет. Ладно. В смысле, не раковина? Унитаза, простите. Ну, я поняла, да. Что это я? Ясно с тобой. Ну, а чё? Дмитрий Александрович. Попрыгай по кровати. Мне просто интересно. Дебоширы. Частный детектив года, дамы и господа. Я прыгаю со своим котом на чужой кровати. Да. Ладно, пошли. Давай посмотрим. Может, тут все-таки мы что-то упустили в этой комнате? Не-не, вот внутри. Так, тут ничего, да? Попробуем еще раз. Пам-пам-пам-пам. Так. Ну. То же самое. Угу. Не-не, можно как-то этот разговор завершить, чтобы его не повторять каждый раз? Нет. Нет? Ну, будешь аккуратней. Нет. Так, вот насчет... я все-таки не понимаю насчет... Нажми еще раз старт. Я так вот подтупливаю. Вот это первое самое выбери. Поговори с ним насчет этого. Так-так, он говорит, это крысы, босс. Почему? Eggs hates rats. Ну окей. А, то есть те, кто живут вот в этом яйце. Так что если здесь были крысы, тогда... Так, то есть вероятнее всего это крысы именно вот были. Которые не любят. Хорошо. А можно как-нибудь гладить? Это важно, да? Ты в Шенму переиграла. Он так тоже ходит. Прикольно. Угу. А это с микровкой ничего не делает? Он кота гладит. Я думаю, это не самая важная опция. Он же не просто так мурлыкает. Ну как, он... Ой, я нажимаю на X, он мурлыкает. Да? Нет. Уверена? Совпало так. Ну ясно. Так, хорошо, что у нас есть? У нас шляпа тоже прыгает отдельно от нас. Ну, мы можем сказать, что это рэдс, да? Как бы, если мы скажем это поможет нам или нет? Попробуй вернуться с этой поговорить. А это она? Да. Ты что, по шляпе не видишь? Use clue, давай. Используем зацепку... Ну, самый первый нам. Угу. Давай. Так, так. Не, первый вариант. Угу. Так, 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 крысы. Ну, она не любит крыс, действительно. Были крысы. Так, так, так. Ну, хорошо, иди тогда их round them up. Угу. Найдите побольше доказательств, что это они. Хорошо, валим и на эту настрой площадку. Да. Не заблудитесь только. Эй, есть работа. Тебя как зовут? Девочка. Гарнет, я тебе не девочка, я леди. Ну и что случилось? Наверное, нассала в обувь. Кому-то ее выгнали.
Не-не, налево. Сейчас уйдешь. Угу. Воу-воу, ребята. Так. Вы тут типа... вам нужно одеть твердую шапку, а то от этой Федоры тебе ничего не поможет, если тебе на голову что-нибудь упадет. Ты пират Джаред, да? То есть ты заправляешь здесь местной строительной командой. Когда-нибудь стрелял из хрен знает чего. Господи, что, до сих пор слухи ходят? Ну, теперь я... Нет, я не пират и никогда не был пиратом. Зато у тебя клевая эта повязка на глазу. А как мы можем быть в этом уверены? Ну да, вот что бывает, когда воткнешь себе крючок в глаз. Серьезно? Я не верю тебе. Конечно, не верю. Окей. Потому что этого никогда не случалось. Может быть, вы не такие тупые, как выглядите. Да уж, спасибо. Угу. Пока. В соплях. Тихо. Так. Так, что мы можем сделать вообще? Ой. Вот туда пройти нет, нельзя? Не, ну там-то делать нечего, нам надо здесь что-то придумать. Может, показать ему что-нибудь? Как ты перезаряжаешь? Y. Может, показать ему, что я о нем думаю? Нажми на Y. Я нажал. Ой, на старт. И спроси что-нибудь у этого чела. Кстати, точно. Так, это Фрэнки, нет? Мне нужен не Фрэнк. Мне нужно поговорить сначала с этим чуваком. Нет, просто второй попробуй. Спрашиваешь, есть ли у нас что-нибудь такое? Да, если бы. Когда нам нужно забраться куда-нибудь, нам нужно это делать все очень медленно и без всяких типа страховочных мер. Есть идея, кто это мог сделать? Слышал о чем-нибудь подобном? Да, крысы в Кимни. Верхняя часть каких-то там свалок. Я слышал, что у них есть вот это оборудование для скалолазания. Давайте... Ну а чё? Типа давайте валим к ним. Может, у них оно есть. Знать бы только, где это. Ой. Так. У них нет оборудования. Но они сказали о том, что это чимни, да, вот эта вот труба. Угу. Ну, пойдем искать, где это чимни труба находится. Ту-ту-ту-ту. Джонни де Хорн Плея. Эй, хочешь услышать мелодию? Ты уверен, что этот кларнет вообще работает? Ты знаешь, что я хочу услышать. Как насчет чего-нибудь фанки и как насчет чего-нибудь такого крутого, типа классики? Сыграем что-нибудь сложное. Давай фанки. Фанки? Я могу фанки. Чего тебе надо? Мы все-таки тетка.
кларнет гранж. Давай. Ну давай. Кот с ума сошел вообще. Да и мы тоже с ума сошли. Тригами. Красава. Yep. Ладно, прикольно. Что еще есть? Продают всякое барахло. Короче, насколько я понимаю, это апгрейды. То есть кошелек, соответственно, может удерживать больше бабла. Это горячие патроны, а это здоровье. Вот, то есть у меня, видишь, там сверху слева индикатор здоровья такой. Карта какая-нибудь есть? Должна быть, хотя фиг знает. А, свалка. В принципе, наугад ломанулся. Ой. Хорошо. Свалка. Остановитесь, миссис Шляпа. Так, отойдите-ка, мелочь. У нас есть бизнес к вашему, дело к вашему боссу. Ты не коротковат, чтобы охранять мост? О, Шляпа думает, что она умная. Мило, у меня есть для тебя загадка, миссис Шляпа. Хранитель моста, как в Монти Пайтоне, ну хорошо. Наверное, короткая. У чего две головы, кричит как девчонка и падает как камень. От сволочь. Ау. Частный детектив и ее помощник размером с пинту. Отлично сыграно. Типа крыса. Скотина. Оказывается, можно теперь по-быстрому перезаряжаться. Просто зажать, Игорь. Ничего. Ну что, поговорить с дружественным Крисом, дружелюбным Крисом. Хай, вы типа что, упали здесь? Ну, видимо, да. Погоди-ка, это не ты нас сюда скинул? Не, я здесь целый день сидел. Я обычно наверх-то и не хожу. Отличная попытка, я видел тебя наверху там. Давай-ка раскалывайся. О, мои извинения, можешь ли мне указать на выход? И ты не ходишь наверх? Ну, а где ж ты живешь? Шляпа расист, почему я не удивлен? Я же не слепой, приятель, ты был там. То есть ты имеешь в виду парня у ворот, да? Серая крыса, как и я. То есть ты думаешь, мы все одинаковые, да? Неловко. Awkward. Да, приятель.
это наш дом, и ты ту сюда приперся такой, типа, мы что-то тебе натворили, вали отсюда, негодяй. Ладно. Упасть вниз. На. Прикольно. Вниз и эй. Ну, в смысле, вниз и прожу. Поговорить с местным наркоманом. Пст. Эй, ты. Чё надо? Ты видел солнце? Да, приятель, оно наверху. Тут темно. Окей. Клево. Ценная, говорит, штука. И почему они ценные? Штука на цветке появилась. Угу. Собери 4 таких, и ты сможешь вставить новый лепесток, свой бутон. Так что это отличная штука. Бутоньер свой. Это фигня, которую ты носишь у себя на пиджаке. Думаешь, что она просто модная, но на самом деле... Ну и что? Это значит, что ты можешь выдержать больше, типа... как это? Урона. Угу. Да я уже понял, спасибо. Окей, понял. Так, они тут анекдоты рассказывают. Эй, ребята, можете направить меня к выходу? Угу. Мы вот обиделись. Угу. Пошутили над нами, вишли. Против чего бастуете? Так. Ребята бастуют против того, что крысы наверху, им достается самый клевый мусор, а им тут нет. Обида. Угу. Ну, в принципе, направо и дальше пройдем куда надо. То есть там немножко конвейеров и как раз эта самая труба, uh-huh. которая нам нужна. О, не пробиться сюда. Сохранись. Покакать? Чего? Мало ли. Бастующие крысы. Мы отсюда с места не сдвинемся. Да, да. Равная зарплата за равную работу. Ну понятно. Cheese must flow. Это цитата из Дюны. Типа spice must flow. Вам что, ребята, только сыра надо? А то есть они вас не кормят? Ну ясно. Да не такого сыра, дебил. Да-да-да-да, понятно. Я могу отсюда... Да, блин. Вот так вот. Я попал. Не, ну это фигово, конечно, что нельзя промотать диалоги. Спасибо, мы поняли, крысы бастуют. Что ты наверх-то не хочешь идти? А? Что ты наверх Я котейку ждал просто. Модно перезаряжает их. Ой. 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 Угу. Добрались. Ой. Кот. Дурной кот.
Бедолага. Стреляй мыльными пузырями. Что-то мы повернули. Ой. Так. Блин. Туалет. Супер. Так, нам нужно сжечь барьер и повернуть рычаг. Чтобы добраться до Ремингтона. Ой. Блин. Блин. Неудобно. Видимо, вот этот рычаг. Или нет? А нет, это просто рычаг, чтобы выбраться обратно. Клево перезарядил. Ладно, я думаю, что я заколебался уже выяснять здесь что да как. Ты еще тут? Да. Давай продолжим как-нибудь в другой раз. Покакаем напоследок. Руки помыть не забудь. Нет, сперва помою руки, потом покакаю. Вот. Ну ладно, может потом продолжим еще как-нибудь в другой раз? Ага. А пока покакаем еще раз. Все ясно. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.